Капитальный ремонт домов, благоустройство дворов, озеленение улиц – вопросы, которые волнуют жителей Сходни. Заместитель главы Химок Виталий Турчининов провел осмотр территории микрорайона. Несмотря на дождь и непогоду, комиссия посетила все 4 запланированные точки. Проинспектировали ход ремонта в подъезде жилого дома на Горной улице, а после отправились в парк имени Величко. Здесь недавно посадили новые клумбы, привели в порядок газоны и приступили к планированию реконструкции парка. В этом парке были вопросы жителей, связанные с непокосом травы, еще с какими-то мелкими замечаниями. Вот. Обозначены были моменты, связанные с освещениями и так далее. То есть эти вопросы мы записали. И вопросы быстро устранимы мы сразу решили в течение там, нескольких дней. Значит, те вопросы, которые требуют более больших ресурсов, затрат, мы, естественно, включили в план работы. И, допустим, данная сцена будет освещена до конца августа этого года. После рабочая группа отправилась к стадиону «Юность». С представителями Управления физической культуры, спорта и молодежной политики обсудили ход реконструкции спортивного комплекса. Здесь планируют построить крытое футбольное поле. Напоследок Виталий Турчининов проинспектировал участок дороги на улице Некрасова, где недавно закончили работы по укладке асфальта. Отметил удовлетворительное состояние дорожного полотна.